поднялись выше до парка Тацмин, да, называется. Здесь находится прекрасный ресторан с красивейшим панорамным видом на весь Тбилиси. Что хочу сказать, друзья, виды замечательные, мне очень понравилось. Но что касается стоимости, понятное дело, вы больше платите не за еду, а за панораму города. Так что цены здесь процентов на 10 точно выше, на что-то в 2 раза мы заметили, ну в 1.5 раза точно. Меню не очень обширное, небольшой выбор блюд, но каждый найдет все равно на любителя, что ему поесть. Мы заказали лобио, я люблю фасоль, лобио прекрасно готовится, остренькое, с маринованным перчиком. Вот, очень вкусно, и известный жареный сыр сулугуни, популярный в Тбилиси, тоже все очень вкусно. Так что рекомендую, конечно, вы сюда подниметесь, попробуйте, хотя бы что-то закажите, посмотрите на город. И здесь главное – прохлада, здесь приятно находиться. Это как раз ресторан с панорамным видом на Тбилиси. Второй этаж сейчас закрыт в обед. Видимо, открывают вечером, когда приезжает больше всего людей, чтобы посмотреть город в огнях. А вот так
выше просто некуда. Мы на самом пике Тбилиси. Есть еще телевизионная башня, но там на нее подъема нет. Поэтому не считается. А с правой стороны дом с привидениями. Сейчас я на него переведу. Мы хотели туда попасть. Там видела какие-то американские горки. И... вот он, точно. И еще попозже его покажем получше. То есть есть окно затуманено. А вон какая-то тарелка. Парк большой. Хотя бы посмотрим, да, с высоты на него. Ой, ребятки, я боялась. Это мой, кстати, всего лишь второй подъем в жизни на колесо обозрения после катания на ВДНХ. Это было лет 10 назад. Потом я была на колесе обозрения в Вене один раз. Это второй раз в Тбилиси. Прошло лет 5. Я просто очень боюсь высоты, но решила пересилить себя и посмотреть на город с высока. Вот, и хочу сказать, что не очень страшно, потому что колесо движется медленно. Мы уже прошли пик и теперь идем вниз. Спускаемся, это куда более приятно, чем подниматься. И хочу по стоимости заодно сказать, стоимость взрослого человека стоит 3,50 лари. И если у вас есть карточка входа в парк, такая зелененькая, если нет карты, хотя она у вас должна быть, потому что иначе вы не попадете в парк, то сама карточка стоит 1 или 2 лари. Два лари карта и 3,50 подъем. Детского билета я не видела почему-то в прайсе, но по идее детский должен быть подешевле. Oh,
на что хватает. Еще не успели нас схватить. Ой, не страшно, все нормально. Так, следующий тоннель. О, боже. Скрывается.